Доброе утро понедельника, но у меня сегодня очень раннее. И лежала, решила позавтракать пораньше. На завтрак у меня вот такие вот запеченные мюсли с орехом, очень мне нравится. И буду их заливать снежком. Снежок у меня такой вот первомайский, но очень вкусный, мне нравится. Ай-яй-яй. Сейчас мне будет вкусно, сейчас мы будем кушать. Давно я не ела такие мюсли, вообще я их очень люблю. Какое-то время переела, и у меня был довольно-таки длительный дня перерыв, но сейчас увидела в магазине и сразу вспомнила этот вкус и решила сразу купить. Теперь буду лакомиться. Чаек без сахара. И у меня еще такие вот полезные вкусняшки. Я уже на максимум минимизирую сахар, употребление сахара, потом у меня финики, курага и мои витаминчики. Вот такие вот я сейчас пью, если кому интересно. Я всегда пила Элевит, но сейчас Элевита двоечки невозможно найти. И мне посоветовали вот такие вот витаминчики, тоже делают немцы, немецкие витамины. Если кто пробовал такие, напишите, пожалуйста, свой отзыв. Ну, а мне приятного чаепития и приятного аппетита. Воротничок поправь на кофте. Воротничок поправь на кофте, чего ты, ученик? Собрался в школу. Сегодня понедельник, у Кирюши сегодня очень насыщенный день. Сегодня у него школа. Репетитор начальной школы Наталья Юрьевна. Логопед дополнительный. В общем, сегодня у Кирюши... Вот такой день, да? Рюкзак бери свой. Кирюш, ты пошел обуваться. Сначала рюкзак. Так, бутылку все взял. Кариночка наша хочет спать, говорит, я не выспалась. Доброе утро, Кариша. Настолько еще пыли вроде вытирали вчера, но ее очень много сняли, тюль на стирку, надо сегодня окно, двери, на лоджию все это мыть, все это делать. Кариш, ты взяла уже кроссовки? Угу. Давай все, забирайся к любимой своей Ольге Анатольевне. У них классный руководитель, вообще супер человек. Классный учитель. Рюкзак. Ты все, ланчбокс взяла? Детишки мои ушли в школу. У меня такая вот модная причесочка. После ночного сна я уже умылась, нанесла бальзам для губ. И сейчас у меня самое время релакса, потому что спит Ками, сделать маску. У меня такая вот маска, заказала себе тканевую маску. Это гелевая экспресс-маска для сияния и лифтинга кожи. Я когда-то давно покупала, но подзабыла, какая она. А была хорошая цена, поэтому... заказала, и сейчас буду минут 25-30 релаксировать классной маской. Обязательно начинайте день с любви к себе. Я уже много раз об этом говорила. И тогда ваш день будет всегда просто прекраснейшим. Такая девочка красивая проснулась. А папа нас здесь ставит уже розеточки. Такую красоту уже здесь поставил. Здесь вот эту старую будет убирать. И все это спускать сюда вниз. То у нас здесь розеток не было, потому что сюда уйдет вот этот вот стол. И сегодня мы его уже туда передвинем. Вчера не гладила, не мыла окно. Сняли только шторы, полы помыла, все здесь шкафы по поверхности почистила. Сил уже не было. Вот, сегодня продолжим эпопею здесь с уборкой пыли. Наконец-то я уже... сменила пижаму свою спальню на пижаму домашнюю. Сходила в душ, умылась. И сейчас буду готовить уже обед. Но недавно мы с вами разговаривали на тему, что у меня практически все помады, они нюдовых оттенков. И вы мне советовали попробовать что-то из ярких оттенков. И я вам тогда говорила, что я обязательно себе закажу яркие оттенки недорогой губной помады. И представляете, вот вселенная всегда слышит наши запросы. Я делала заказ в Oriflame, и там за каждый заказ был 50 баллов. Подарок-сюрприз. У каждого он был сюрпризом, да, кому что попадет. А мне попалась помада.
помада. Мне очень нравится помада серии Giordani Gold. У меня их раньше было много, я их подарила маме. Такой вот металлический футляр, очень классно. Чем-то мне напоминает футляр Шарлотт Тилбери. Но только это стоит 10 раз дороже, да. А качество, кстати, у них одинаково. И вот такой вот яркий оттеночек. Не знаю, как вы думаете, мне такой оттеночек пойдет? Наверное, сейчас попробую его нанести кисточкой для губной помады. Девочки, зацените такой оттенок. Ну, конечно, под такую теплую пижаму не очень, но мне кажется, и неплохо. Тут такой вот оттенок с тюбиком. Мне кажется, на лето с какими-то легкими летними платьями будет очень даже классно освежать на весну. Напишите, как вам такой оттеночек. Нельзя себя кусать. Камила, причесываться же надо. Камила. Ну, аккуратно. Ты что, хочешь ходить непричесанными волосами? Присаживайся. Все, давай, вот Криш, вот здесь вот я тоже причешу. Не-не-не, Криш, вот еще здесь причесываю ей хорошенечко. Вот здесь. Ну а что? Нет. Ну, Камила! Нельзя, ну что ты себя так кусаешь? Все, давай, Криш, причесывай ее. Вот так вот лучше рот закрыть. Потому что она руки изворачивается. Кириш, держи одну руку Камилкину. Да, вот так вот, видите, всем колхозом. Камила причесывает. Давай, давай. Ками! Говори, такая изворотливая. Ну все, сейчас будешь аккуратней. Камила! Камила, нельзя кусать руки. Буду ругать тебя, если будешь кусать так сильно руки. Камила! Нельзя ручки кусать. Вот здесь, да, кончики причеши. Камила, ну вот так же больнее будет тебе. Все, ладно, давай. Ужас, вырвалась. Что-то у меня со вчерашнего дня пузо беспокоит меня очень сильно, тонус и какое-то такое состояние очень беспокойное. Почему-то мне кажется, второй день, что животик не растет. Тошнота. И какая-то сильная слабость. Не знаю, что это может быть. Сегодня хотела уже, думаю, пойду к врачу. Но на сегодня не получилось. Там можно пойти в среду, но в среду мы уезжаем. Завтра буду что-то думать. Я думала пойти на час на УЗИ, потому что что-то меня сильно беспокоит. Прям какое-то такое состояние, страх. Даже не могу. Я, конечно, от себя это все отгоняю, но такого вот и есть. И я уже прислушиваюсь, думаю, пинает, не пинает. Не знаю, может, я себя уже накрутила. Мне кажется, что тише пинает. Не знаю, какое такое состояние, даже не могу объяснить. Как-то сильно перенервничала за эти дни. И прям очень-очень плохо. Да, Всевышний, вчера и мама расстроилась, ушла, потому что мне стало плохо. Звонила она мне несколько раз, говорит, как вроде немножечко отошла, но все равно какое-то внутреннее волнение, беспокойство присутствует. Угадайте повод истерики Камилиной. Потому что мама не разрешает кусать себя, бить по голове. Нет.
Вот такая у Камилы обида. Нельзя. Нельзя себя кусать. Я вот так вот, видите, поставляю свой пальчик, она не кусает чужое тело. Только свое сразу, видите, она реагирует. Единственное, когда она может чужое тело укусить, вот она в сильной истерике и не замечает, что кусает, она тогда может быстро цапнуть, но тут же отпустить. Но кусает очень больно, у меня прямо вот это состояние, конечно, настолько это страшно смотреть, то плачет, то так вот смеется. Мамочки, особенно деток, если у кого-то был такой опыт, я вчера с девчонками поделилась, что Камила очень сильно руками бьет по твердым предметам, по стенкам. Причем не тогда, когда она нервничает, а тогда, когда она спокойная. Бьет по изголовью кровати, бьет по зеркалам. Я один не боюсь, просто что она их разобьет. И причем с такой силой прям очень слышно. И вот бьет вот этой вот стороной ручек. Я не понимаю, как ей не больно, потому что удары у нее сильнейшие. У меня мамочка Света, она молодец, она очень опытная мама, дает такие дельные, хорошие советы. Написала, что это сенсорный голод, и я вчера вот почитала, чем это все восполнять. Будем, наверное, сегодня, не знаю, у меня сегодня пузыжитель беспокоит сильно, но на днях уже начнем этим всем заниматься. И если хотите, можете, если у вас был опыт такой вот, как вы восполняли сенсорное голодание своих особенных деток, тоже поделитесь, только, пожалуйста, делитесь в корректной форме, да, без оскорблений, без унижений, в корректной форме, чисто по делу. Все успокоилось. Мышка. Ты же такая красивая. Ты же такая сладкая девочка. Ну зачем тебе себя кусать? Такая нежная, так покорябала себя. Ты же просто умничка. Кэрри? И моя мышка, он смотрит, твоя сестричка, закрывай дверь. Приехал Дима? Не знаю. Когда приехал, не папа, папа. А, они на улице где-то еще? Сейчас нам приедет папин знакомый, там с проводкой надо папе кое-что помочь. Мы здесь сидим, чтобы Дима не испугался поведения Камилы. Чтобы в шоке не было от ее поведения. Мои вы малышки. Кирюшкину елку надо сегодня наряжать. Нам надо елку наряжать. Камилочка. У сестричка хорошо, да, на ручках? Ты купила батон? Конечно. Сейчас Дима уедет. А ты карточку куда мне мою положила? Никуда. Надо положить было в кошелек. Сейчас. Надо достать игрушки, да и украшать Кирюшину елочку. Нет, она, видишь, полулысая. Надо... Там еще и были шарики другие. Серебряные или бронзовые. Или серебряные. Моя девочка. Не дразни ее. Что будет с тебя требовать еду тогда, Карина? Это сердечко. Давай, Камин, делай сердечко. А ты, блин, дурак. Ну, не так ее дразни. Пимпа, ну не видишь, Камила. Ну не видишь ты. Ну не обманывай ее, Карина. Ну не ведись ты, пимпозав. Вот сейчас она тебя устроит. Не дразни. Давай ее, вот разрешай ее палец это цапнуть. Вот за это ее палец разрешает. Да, она чужие пальцы эти не кусает. Не дразни ее. Ну не дразни. Камень, ну не ведись ты. Я же вас всегда учу. Ведитесь-то вот эти все. Ловки. А в зумдяб. А в зумдяб.
радостная. Карина, отвали от нее. А сколько мне на английский? Тебе в 4. Надо уже быть там, поэтому надо дедушке позвонить, сказать, чтобы он за бутупор полчетвертого пришел. Карида. Кириша. Кириша, после школы полчаса может поиграть. Ты сегодня к логопеду ходил на занятия? Хочешь? Хорошо занимался с Мариной Павловной? Отлично. Кириш, ну ты хоть не ведись. Хорошо с Мариной Павловной занимался? Ну, спрашивали, сколько стоит полчаса занятия с логопедом. Стоит 700 рублей. Сегодня он еще пойдет на занятия к педагогу на 5 этаж. Сдачу. Тетрадку Кирилла положила. Я там почему-то выучить все, что в тетрадке написано. О, наша Марина Павловна меня не щадит. А Карина ходит на английский. Но мы платим чисто символическую сумму в Эльвине. Эльвиночка молодец, она хорошо с Кариной занимается. Когда, кстати, Эльвина была маленькая, я с ней ходила гулять. Я с ней игралась, я за ней смотрела. Откуда вообще ее? А еще она же рядом с бабулей жила. А еще спроси у Эльвины, как я ее называла, когда она была маленькая. Вот спроси у Эльвины, что она тебе сегодня скажет. Я не помню. Помнит, помнит. Скажи, Эльвина, как мама тебя называла в детстве? Эльвина. Нет. Ну скажи. Не скажу, спроси у Львины. Нет. Не такая такая. Спроси у Львинки, скажи, Львина. Кому? Камилу. Каме бери, разрешаю. Давай. Ну спроси у Львины, она тебе скажет. Смотри. Маймушки. Маймушки. Вот такие вот сейчас вот очень похожи между собой. Две маймушки.